За последние две недели выпало много осадков. После этого ударил мороз. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, чистят ли управляющие компании их дворы. Если честно, очень скользко. Я не знаю, ну где-то посыпано, где-то не посыпано. Но идешь очень осторожно, боишься упасть. Да везде вот такой вот лед. Везде лед такой. Так и во дворах. Нет, не чистит. У нас не управляющая компания. Мы находимся по адресу Портовая 1. У нас под нами господин Котов, и его дворник чистит у нас все. Мы сами, у нас ТСЖ. Нет. А у нас кто управляет? Да не чистит, не чистит. Нет, нет. Скользко, нет. Да? Конечно, все очень. Скользко, очень скользко. Наши нет. Скользко? Скользко, очень. Вы на меня посмотрели, как я иду. Абсолютно нет. Скользко? Вот этой вот даже выбоины. Дорожки вот не чистятся. Дорожки абсолютно. Вообще ничего не чистится. Таким людям, как мы, вообще нельзя ходить. Я сегодня трех женщин переводил, вот, чисто вот так вот, со двора вот. Вот из-за такой вот штуки. Бардак? Не знаю я. Да, чистит. Чисто, не скользко, все хорошо, ну, да? Ну, скользковато вообще-то, да. Но всегда регулярный парк чистит, где я живу. То есть все отлично, детские площадки. Я не знаю, если честно. Я не знаю. Ну, во двора... скользко, во двора скользко, очень скользко. Нет. Нет. Скользко? А я не знаю, какая у меня управляющая компания. Ну, у вас во дворе скользко? Скользко, да? Скользко. Нет. Скользко? Плохо. А что у вас во дворах, скользко, не посыпано или что? Ну, там все это почищено. Где автобусы? Где автобусы? Вернее, где не автобусы, где легковые автомобили. Они начинают это... И там уже ничего не остается. Вот. Поэтому я вас люблю, вы очень красивая женщина.